Модернизацию Норильска обсудили федеральные и краевые депутаты. Северный город должен стать одной из самых благоустроенных территорий в России, а система частно-государственного партнерства станет главным инструментом изменения жизни в Заполярье. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В феврале было подписано четырехстороннее соглашение между правительствами России, Красноярского края, мэрии Норильска и компании «Норильский никель». Согласно нему, изменения коснутся буквально всех аспектов жизни города. Это реновация жилья, реконструкция инженерных сетей, строительство социальных объектов и другое. Федеральные и краевые депутаты отметили, реализация этого плана потребует тесного сотрудничества на всех уровнях законодательной власти. Цель нашей встречи, я считаю, что это выстроить систему взаимоотношений ветвей выборной власти, депутатской власти, не только в части контроля, а именно вот повышение эффективности в решении тех задач, которые стоят сегодня перед и администрацией города, и депутатами городского совета, и руководством компании. Поддержка нужна и самим жителям северного города. Например, люди просят проиндексировать пенсии горняков, получивших профзаболевания, улучшить качество медицинского обслуживания. Над этим тоже будут работать. Депутаты отметили, что обновление Норильска чрезвычайно сложная, но важная задача. Особое внимание стоит уделить созданию экспертных советов на федеральном уровне. Речь идет и о технологии, скажем так, принятия решений. И мне кажется, это действительно очень важно, чтобы те люди, которые будут входить в эти советы, кто будут организовывать эту работу, действительно понимали проблематику изнутри. Но очень надеюсь, что действительно смогу быть полезен в этом смысле и городу Норильску, и Таймырову.